Здравствуйте, уважаемые любители тульских гармоник. С вами вновь официальный представитель фабрики тульской гармонь Павел Уханов. В руках я держу нашу одну из самых популярных моделей. Называется она тульская 301М. Но этот инструмент серьезно, качественно отличается от базовой модели. Это как с машинами. Я люблю проводить такие параллели. Можно купить автомобиль в базовой комплектации, а можно купить его подороже, но с другим мотором, там уже, допустим, с климат-контролем вместо кондиционера, вот там с кожаным салоном вместо тканевого, и будет на самом деле вроде бы одна и та же модель, но два совершенно разных автомобиля. Также и с гармошками. То есть можно взять самую бюджетную модель тульскую 301M в додиезе, это будет один инструмент, и можно взять, точнее не взять, а заказать под себя, сделать инструмент тоже тульскую 301M, такой как этот инструмент, будет значительно отличаться по качеству. Конечно, он будет дороже, но это будет уже инструмент другого уровня. Если вам не хватает финансов на нашу супер люксовую дорогую модель заказную, вы можете взять за основу тульскую 301M, добавить опций, которых у нас очень много, и будет вам замечательная альтернатива и по деньгам. Но сначала давайте послушаем, как звучит гармошка. Сразу скажу, тональность Re Dies, самая популярная тональность для мужского голоса. Соотношение голосов баритон 2 тенора. Послушали левую отдельно, теперь правую. Теперь сыграю наигрыши, а потом расскажу, что же интересного в этом инструменте с технической точки зрения, почему он может быть альтернативой заказной гармонии. Не только можно народный наигрыш играть на гармонике, тем более этот инструмент с расширенным диапазоном. Эта гармония не 25 на 25, как в частушках поется, а 27 на 25. То есть можно играть уже аккорды соль, минор, ля, мажор. Ну, если вы играете на слух, это вам, может быть, ничего не говорит. Но скажу просто, играть можете теперь абсолютно все, абсолютно любые песни. Причем не обязательно даже какие-то относительно современные. Очень много песен советских композиторов требуют наличия дополнительных кнопочек. Даже если в песне именно в мелодии нет необходимости нажимать си бемоль и до диез, то переходы можно играть более интересно, более красиво, то есть аккомпанемент. Например, песня «Старый клен». То есть я вам и так могу сыграть на гармонике 25 на 25.
аккорд должен быть другой. Нужно нажимать дополнительную кнопочку. То есть, получается, когда вы получаете инструмент с расширенным диапазоном 27 на 25, гармонь еще более богаче звучит, так как вы используете правильные аккорды. Не коверкаете мелодию. Ну а теперь перейдем к техническому описанию этого инструмента. Эту гармошку делали достаточно долго, она была заказана еще в январе месяце. Но почему так долго делали? Потому что здесь начинка уже заказная во многом. Корпус, да, это 301-я гармоника. Здесь тоже художественная роспись, как у стандартной гармоники, но немножечко другая. То есть другие цветочки. По согласованию с заказчиком мы выбрали именно такой вариант художественного оформления. Надпись тульскую писать не стали. Мельхиоровые уголочки на мехе, сам мех увеличенный, добавлено плюс 2 барины, итого 19. Итальянская обводка меха, елочка. Перламутровые кнопочки справа, перламутровые кнопочки слева. Отдушник, регулировка левого ремня, этого всего нет в стандартной комплектации гармоники. Внутри деревянные резонаторы, голоса ручной наклепки, так же, как у заказной гармоники. Единственное, здесь инструмент трехголосный, 3 голоса справа, 5 голосов слева. Но голоса такие же. Настраивал известная фамилия Чусов Юрий Павлович. То есть он заказную гармошку настроил там за 170-250 тысяч, ну, в зависимости от комплектации, да, и настроил эту. Немецкие залоги тоже важная опция, потому что по стандарту идут обычные пластиковые. И самое интересное, полностью левая заказная механика, как у заказной гармонии. Так же, и как и у многотембровой гармоники, причем с восьмым басом, с фа-диезом. Вот, фа – обычный бас, фа-диез. Обычно в этом месте дублируется бас ре. Когда у нас есть фа-диез, тогда мы можем больше и интереснее играть во второй тональности. Получается, вроде бы такие вот мелочи, фа-диез здесь, две кнопочки здесь, но гармоника уже в умелых руках превращается почти что в баян. Именно с технической точки зрения, то есть возможности баяна. Но звучанием она остается, разумеется, гармоникой. По весу, по внешнему виду она опять-таки остается гармоникой. А что касается вообще подготовки к этому инструменту, имейте в виду, что у меня есть профессиональная видеошкола, которая ориентирована именно на любителей. То есть вы сможете улучшить свое владение игры на инструменте, причем сможете выучить очень много популярных мелодий, и инструментальных, и песенных. К тому же у меня есть отдельная 7-я часть, спецвыпуск, называется «Песенник гармониста». 50 песен. 50 экспресс-уроков, а всего у меня 110 уроков. Подробности в описании к этому видеообзору. У меня очень многие заказывают мои уроки, и почти все довольны. Но почему говорю «почти»? Ну, потому что кто ленится, тот, конечно, будет недоволен. А кто будет стараться, у того получится. И получается у абсолютного большинства. Так что не бойтесь, заказывайте инструменты с расширенным диапазоном. Это позволит вам исполнять абсолютно любой репертуар. Вы не будете себя чувствовать ущербно, не будете думать, эх, почему я не решил научиться играть на баяне. Играйте именно на гармонике. Она обладает особым тембром, обладает особой любовью в народе. Гармонь все-таки не баян. Гармонь – это инструмент для души. И если вам нужен хороший инструмент, вы знаете, к кому обратиться, к официальному представителю фабрики «Тульская гармонь», к Павлу Уханову. Контактную информацию видите сейчас на экране, а более подробная она в описании к этому видеообзору. Также не забываем подписываться на канал, чтобы не пропустить новые очередные интересные видео. Хорошего вам настроения и до новых встреч!